23 августа 2024 год. Еще раз украинцы с днем флагом, харьковчане с днем города. Услышал новость, что исламисты захватили колонию, там заложников колонии. В очередной раз. Там, я не знаю, за пару месяцев это уже вторая, по-моему, колония, где захватили исламисты заложников. И я вот думаю, блин, Крокус там перебили там сколько, 150 человек исламисты. Исламисты кучу терактов сделали в России. Куча всякой там, ну просто, россияне воюют против Украины, которая в жизни никогда не пыталась ни отделить какие-то территории, ни навязать свою какую-то власть в России. Что ж вам так, я не пойму, блин, украинцы, не по нутру, а, россияне? Что случилось? Просто порассуждать так в тему, в этот самый, вбросить. А вообще, ну, в общем-то, ваши мотивы, это ваши мотивы. Нам свои работы, у нас как бы, у нас сейчас август. Август это такой месяц, серпень, серпом по яйцам, да, то есть по-украински серпень это август. Ой, мрачный женец, скорбный женец. Это получается уже порт Кавказ. Это хранилище, нефтехранилище Кавказ горит, да. Потом вот этот вот порт, где сейчас потопили паром, тоже горит, догорает, горит, палает, техника вооружа. Несколько аэродромов расхренячили. Это все, наверное, к моему 50-летию. 28 у меня 50-летие августа. В августе у меня у сына день рождения, в августе у меня день рождения. В августе у меня у жены день рождения, в августе у меня... Я ж не беру там день Харькова, я харьковчанин, день флага, день независимости завтра Украины. Это тоже август. Потом у тестя день рождения. У двух друзей моих братьев-близнецов тоже в августе день рождения. Еще день свадьбы в августе. Ну, по-моему, на такое количество событий, наверное, даже маловато подарков. Надо мостом заняться. Ну, да, по-моему, уже пора. Крымский мост. Чтобы он ушел туда, куда ушел тот мост крымский, который Гитлер построил. Гитлер же там в каком? В 43-м году построил мост. Который там уже разрушен был ледоходом уже после Второй мировой войны. Ну, по-моему, сейчас можно для разнообразия, чтобы не ледоходом, а какими-нибудь атакамцами или еще чем-нибудь. Завтра День независимости Украины. Почему такой подарок не сделать? Ну, вообще, какой-нибудь подарок нужно сделать украинцам, вывернув наизнанку что-нибудь россиянское. Макнуть в очередной раз лицом в их дерьмо. Как в Курске вот это сделали. Молодцы, хлопцы. Не знаю, кто это придумал, кто задумал, но это очень хорошо. Ладно, посмотрим. Будем ждать. Я как раз на дежурстве буду завтра. Посмотрим, что у нас будет 24 августа. Все буду Украина. С праздничком нынешним и наступающим.